С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сейчас я хочу ответить на вопрос, почему люди хотят измениться, но при этом ничего не хотят менять. Ответ очень простой. У нас есть инерция, мысленная инерция, телесная инерция, и есть социальная инерция. И даже когда нас что-то не устраивает, мы находимся в неком пространстве, да, то, как мы это воспринимаем, то, как мы об этом думаем, то, как о нас думают другие, вот это пространство такое смысловое, где нам все известно. Да, пусть, допустим, туфли жмут, пусть работа не нравится, пусть не устраивает то, как я разговариваю с мужем или с женой, но это я знаю, это привычно. Да? Вот человек к этому привык, есть инерция. А чтобы поменять, даже если что-то не нравится, нужно что-то делать. То есть выходить за пределы этого пространства. А что там будет? Там неизвестно. А вдруг будут какие-то риски? Скорее всего, будут какие-то сложности. А вдруг я столкнусь с какой-то своей некомпетентностью или узнаю, что... Оказывается, я не настолько хорош или не настолько хороша, как о себе думал или думала. Вот в этом пространстве, да, придется что-то делать. То есть надо будет действительно подключать мышление, чего большинство людей очень-очень не любят делать. Вот. Поэтому намного проще говорить, да, что «О, я очень хочу измениться», при этом ничего больше не делать. Вот так.